с вами Wadis Games, и мы продолжаем вести наш влог с Энергодара, в принципе. У нас тут гости к нам пожаловали. Угадайте, кто это, ребят, угадайте. Лёвушка. Что это у тебя за вкусняха, Лёв? Дать? Так что? Короче, этот массажист, он мне, у меня что-то, вот эта чашечка, она была, ну, немножко кривая. Ага. Она ж типа от скейта сошла, там, и скейтом ударил, но мне опухло. Я, короче, где-то полгода ходил, он мне ее вправил, мне сейчас так непривычно ходить, да? С ней. Ты чувствовал, что у меня прям там, ну, она неправильно стоит, но не так немного. Он мне ее вправил, я не знаю, как теперь ходить с ней. А у нас воду выключили, у вас выключали горячую? Мы вчера ходили, Оля, Сережа, со всеми своими детьми мыться. У нас тоже горячая. Я сегодня по тазику мылся. Не, у нас бабушка забрала. У нас есть. Да просто в вашем районе вот это ПКС, там всякое там, ДРП, вот эти они вечно что-то ремонтируют. Деньги что-то никак не могут ремонтировать. Да, да. Потому что деньги обычно все на унитаз ходят. Bring up your name, we like who? Who? We don't know shit that you do, do. Never had nothing to prove, prove. Why you out caught in the loop, loop? I'm smoking with nothing to lose. Bitch, I'm the truth, all this is the proof. Что грязь? Зачем тебе эти цветы, Лёвочка? Если я есть, то грязь. Такая Лёвочка моя. Чтобы вы все позакупоривали. Пошухал. Ну, был сквозняк. Да. Ну, можно на это, на одно открыть. Ну, да, на проверивание хотя бы. Это самое, шустрый. На эту самую здесь. Не есть. Все только не есть. Вот так, да. О. Вот так вот, да. Так как-то у вас вот этот шкаф. Видеоблогер. Сюда. Не знаю, что. Сюда шкаф там поставить. Ну вот что тут при входе стоит это? А за, лучше хоть там, чем вот это вот тут. Ну, нет, там ну, закрыть. Значит, на балкон этот шкаф вообще надо. Не-не-не. Сейчас какие-то его куда-то. А то у вас тут жесть какая-то.
Итак, народ, в принципе, продолжаем наш влог. Идем мы сейчас вместе со Львом Александровичем опять же прыгать на батутах. Только сегодня, возможно, еще кто-то из Ладиных знакомых к нам подсоединится. Поля может. Посмотрим, как оно это будет. Короче, Льву сегодня 10 месяцев. Лев уже у нас взрослый. Мужчина уже. Так что, в принципе, почему бы его не сводить поиграться, да? Сейчас мы, в принципе, к ним подходим. Вот наш чемпион. Что ты губастый? Все, вырубай, да? Короче, мы пришли, мы сейчас, точнее, идем забирать Дашу. И это сестра Поли. Короче, вон Поля. На гироскутере. Сейчас мы попытаемся отжать у нее гироскутер, чтобы покататься. Поле еще недавно подарили электросамокат, как мне сказали. Да, моя двоюродная племянница, это Даша и Поля тоже, два в одном. Ну что ты, Поля? Сделаешь кружок вот так вот, на месте? Как там Москва? Стоит. Ты его полностью уже раздолбала, Поль. Синий. Да, экшн камера. Короче, идем сейчас за Дашей и потом пойдем в центр этот развлекательный. Короче, сейчас я пятый раз в жизни становлюсь на этот гироскутер. О, хорош, я встал. Изи. Ой. Тут дорога, смотрите, какая. Бум. Хорош. Бум-бум-бум-бум. Я еду. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. У нас в Ялте таких гироскутеров дофига. Тут вообще нет таких гироскутеров. И, блин, один в Ялте, один в Энергодаре встретить гироскутер, это, конечно, блин, тут село селом. А я до сих пор кататься не научился. Хотя себе хочу. Ну, себе хочу больше электросамокат, не знаю, Xiaomi вот этот вот. Он офигенный. Целый день, там, на 15 часов зарядки хватает. Ну, тем не менее, типа... Кстати, он в горочку даже немножко идет. Вот я сейчас немножко в горочку еду. Надо разворачиваться, по идее. О, хорош. Так, аккуратно. Блин, торможу и тем не менее еду вперед немного. Да дороги раздолбаны у нас все. Хорош. Вот это просто. Честно говоря, встал по городу, поехал. Либо же, если брать себе гироскутер, то брать себе... Ой, как он? Типа такая штука, которая еще на коленках держит. Не знаю, напишите в комментариях, как она называется. Тут дороги просто бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. По таким дорогам кататься на такой штуке невозможно, ребят. Ну, дайте встану. Изи. Хавать, потому что потом пойдем в этот батутный центр опять же. Такой же с Полей. Короче, взяли себе, во-первых, мы взяли себе пиццу одну, сырную, и внутри добавили, так где она? Вот это вот. Самую большую, за 66 рублей. Внутри еще добавили в нее колбаски эти охотничьи и еще помидор. Потом Вероника себе взяла еще картошку фри. Я взял себе картошку фри. А, я, значит, себе только одну картошку фри взял, Вероника себе не брала. И она себе взяла какие-то крылышки, вот куриные, за 30 гривен. А я картошка за 23. Ну, в принципе, посмотрим. Вот сейчас 35 минут, во сколько нам ее принесут. Посмотрим. Так, ребят, пришло, короче, ровно 5 минут, и нам принесли мне картошку, Веронике принесли вот крылышки. И мы, короче, мы не брали тут воду, и мы купили литр колы и налили в стаканчик вот этот вот, в котором стояла вот эта вот, типа, принадлежность. Экономия, да, называется. Ну, самое главное, чтобы нас потом не запросили еще одна колу еще. Но я думаю, что такого не будет. Так что просто тут состоим нельзя. Ну, по идее, ну да, не факт. Так что, приятного аппетита. Спустя еще 4 минуты принесли нам пиццу. Хорошо. Короче, ну, обслуживают быстро. Ну, потому что, я думаю, людей нет сегодня. Поэтому...